Итак, 354-я серия, участок Магадан-Владивосток, 36-й день движения. Приближаюсь к очередному знаковой точке, к очередному знаковому месту. Это город Владивосток. Как я говорил в анонсе этого сериала, значит, первая знаковая точка – это город Мурманск и граница Полярного круга. Вторая знаковая точка – это Магадан. И вот сейчас, в этот день, 36-й день движения, это будет третья знаковая точка. Но судя по тому, что просмотров все меньше и меньше, многие уже сошли с дистанции. Но я продолжаю движение дальше. Значит, буду заезжать в города по пути. А поскольку видео снимал на два видеорегистратора, фронтальный и боковой, то думаю, что отдельной серией буду размещать видео с бокового видеорегистратора. Наверное, в названии добавлю три буквы. Ну, например, там город, там что у нас, какой будет, Уссурийск. Значит, замечательно. И будут стоять, наверное, три буквы. Боковой видеорегистратор, БВР. На фронтальном никаких отметок делать не буду. Не хотелось бы упускать очень красивые места вот в этих городах, которые предстоит проехать. Может, кто-нибудь увидит своих знакомых, друзей, может быть, себя увидят. Вот, и, значит, потрясающий вид с бокового видеорегистратора. Это по мостам Владивостока. Но чем ближе к этим местам, к этим точкам, я буду возвращаться к аудиокомментарию. Ну а сейчас стартую. Место замечательное, я уже писал об этом. Рекомендую остановиться тихо, спокойно, очень вежливое, нормальное человеческое отношение у владельцев кафе, бесплатная стоянка, довольно-таки вкусная и вполне приемлемая по цене пища, ужин. Тихо, спокойно. Ну вот, поехали. Вроде и все. Какие будут вопросы, буду останавливаться по ходу. Перестраивать или еще что-нибудь. Спасибо этому дому. Удачи вам, ребята, и процветания. Дождя не было ночью. Это мой нафигатор. Нафигатор туда повернул, да? Thank you.
Ё-моё, стекло запрызгало, блин. Ну, я же говорю, по мере появления проблемок буду останавливаться по возможности решать. Экспозиция устанавливается автоматически. С Богом. Хорошее место, тихое, спокойное. Отношения привлекательные. Рекомендую это место. Поляное небольшое, маленькое, но уютное.
дальней.
Опять ремонт дороги, ну ё-моё. Никогда не закончится дорог. Потому что это настолько доходно сейчас компаниям, что они будут делать все, ремонт никогда не прекращался. Правильно сказал государь. Гарантия 15 лет. Если в течение 15 лет появились проблемы на дороге, что значит за счет исполнителя? Нужно готовиться к замене масла в двигателе.
снять эти щиты. Thank you.
хорошо, когда просыпаешься, температура в салоне не минусовая, а вот хотя бы 10 градусов. Сегодня в салоне было плюс 14. Сейчас немножко на трассе температура упала. Если кто так посмотрел с интересом вслед, thank you.
Ну, связь уверенная, мегафон, интернет в формате LTE. В сторону Уссурийска. Федеральная трасса А-370. Только что был дорожный указатель. Раньше называлась трасса Уссури. Сейчас не знаю. Была М-20 Уссури, сейчас с новой классификацией А-370. Трасса Лена А-360. Трасса Колыма Р-504. Если хотите, сзади выстроилась цепочка с пользу автомобиля. Я быстрее не поеду. Ведется съемка. Антеннами, но не все, многие. Нужно срочно ремонтировать. Мигают, что